помочь в борьбе с огненной стихией готовый военный новосибирского гарнизона. Армейские летчики вертолетной эскадрильи снарядили свои винтовые машины специальным противопожарным оборудованием и готовы вылететь на тушение в любую точку Сибири. Новенькие вертолеты Ми-8 АМТШ, или как их называют в народе, терминаторы, готовы к вылету. Каждая винтовая машина оснащена специальным водосливным устройством, которое, собственно, проверяют и готовят экипажи. Группа новосибирской эскадрильи в случае ЧП могут охватить любой регион Сибирского федерального округа. Конечно, говорят военные, нас привлекают только в самых сложных ситуациях, когда силы МЧС уже не справляются. А помощь от армейской авиации наверняка будет ощутимой. Воду он набирает как полтора кубических метра, 2 кубических метра и 2,5 кубических метра. То есть максимальный вес 3 тонны. Может забирать воду из любых открытых водоемов, это рек, озер, и тушить открытые очаги пожаров. То есть это поля, здания.